Кустанайской области с начала года зафиксировано 43 подтвержденных случая кори. Среди заболевших 27 – это дети. Причем 12 из них – дети до года. Большинство заболевших находятся в Кустанае, Кустанайском, Денисовском и Житигоринском районах. Врачами установлено, что все они из числа контактирующих с первыми заболевшими корью детьми в начале января. По словам специалистов, первые заболевшие проживали или временно находились в Астане и Актобе. По вакцинальному статусу заболевших все заболевшие дети не привиты против кори по различным причинам. Есть причины такие, как временные медицинские отводы. Вот эти 12 детей первого года жизни, они не достигли своего прививочного возраста. И также есть случаи, когда родители отказываются от вакцинации, что в дальнейшем вот привело к такому исходу. Вакцинальный статус взрослых в основном неизвестен. 43-летние. Взрослые есть, 27-летние. При этом в департаменте охраны и общественного здоровья подчеркивают, что сегодня многие отказавшиеся ранее от прививок соглашаются их сделать. В 2018 году в регионе зафиксировано 255 отказов от прививок. В этом году, кстати, пройдет дополнительная вакцинация для детей 9 месяцев. В текущем году по всей республике планируется проведение дополнительной иммунизации против кори на бесплатной основе. Планируется охватить около, вот по нашей области, около 90 тысяч населения. Подлежащий контингент – это дети с 9-месячного возраста и взрослые 20-29 лет. В год будут тоже прививаться. Это будет как нулевая считаться прививка. В год будут прививать по плану и дальше ревакцинация в 6 лет. Там же идет комбинированная вакцина, которая идет в год и в 6 лет. Это идет корь, краснуха, паротит, КПК-вакцина. А это будет моновакцина, то есть тут только корь. Правда, сейчас неизвестно, для какого количества кустанайских детей и на какую сумму будет приобретена вакцина. Но врачи подчеркивают, что вакцинация начнется уже в апреле. Напомним, что в прошлом году локальная вспышка кори зафиксирована в Астане. Повышение наблюдается в Алматы, Алакмолинской области. В Кустанайской области последние случаи кори фиксировались 3 года назад. Дзер Ахмечин и Татьяна Калюжная, РТН.